отца спрашивает: «Папа, а что такое критика сверху и критика снизу?» «Сейчас объясню, сынок. Возьми, набери в чашку воды и ступай вниз под окна». Когда сын спустился, отец кричит из окна: «Ну, теперь выплесни воду из чашки на меня». Сын плеснул, но до отца ни хера не долетело, а все, что в чашке было, на него же самого и угодило. «Вот, — говорит отец, — вот это критика снизу, а вот это критика сверху», и опрокинул на сына ведро воды. «Дедушка, расскажи, как ты в войну партизанил?» «Ну, вот помню, сижу как-то в кустах, возле железной дороги. Вражеского поезда ждешь? Ну, одно другому не мешает». Дженнифер Лопес, в ее дворе в детстве называли Джей Ло, а ее брат Хулио Лопес во двор вообще не выходил. В купе поезда едут муж, жена и двое медиков. Ну, всю дорогу жена пилит мужа, не дает ему и слова сказать. Когда мужчины вышли покурить, медики выразили своему попутчику искренние соболезнования. «Слушай, Вано, так жить невозможно. Сейчас в Москве делают операции на головном мозге. Всего 200 рублей, и жена станет ласковой, покладистой. Давай». «Не, зачем? Я ее в Кутаиси везу, там за 100 рублей пристрелить обещали». Выходят мужики из леса, смотрят, дед на пеньке сидит. Они к нему: «Дедушка, а как пройти в деревню?» «О, милок, иди прямо, там будет конопляное поле, сразу за ним говорящая река». Девушка поднимает трубку телефона и слышит: «Катя, это ты?» «Да». «Катя, несколько дней назад я вел себя с тобой как животное. Бесцеремонно, по-хамски совершил в отношении тебя гнусный разврат и насилие. На самом деле я не такой. Умоляю, Катя, прости меня». «Прощаю. А кто это?» Едут в автобусе на рыбалку дед, отец и внук. Заходит в автобус деваха в колготках, в сеточку. Внук так осматривает ее и думает: «Вот тёлка, зашибись». Отец думает: «Поди с отца все деньги на шмотки вытянула». Дед: «Блин, сети забыли». Now turn up.